Народ, привет-привет от нас Канопусом. Мы сейчас находимся в нашем первом офшорном плавании, в путешествии, можно сказать. Мы в Камаре-сюр-Мер пришли сюда в результате квалификации на 24 часа, которую необходимо было сделать для того, чтобы участвовать в первой гонке сезона. И в этом видео мы представим вам наши первые тренировки. Это будет некая такая нарезка. Перед этим нашим первым офшорным плаванием в одиночку мы уже 4 раза потренировались в заливе Трините вместе с Ирваном Лимине. Тренировки были в сильный ветер, в слабый ветер, и мы прошлись по всем основным, как сказать, станциям на лодке и отработали основные действия во время того или иного маневра, замены парусов и прочее, прочее, прочее. Об этом нарезочка в этом видео, пока без объяснений, без каких-то слов о том, что происходит, потому что времени реально не хватает на все. Все происходит очень-очень-очень интенсивно, но очень хочется поделиться событиями, очень хочется показать лодку, показать ее на ходу. Снимала я пока что только на телефон, но есть хорошие новости. Вот такая вот камера GoPro Max пришла ко мне благодаря Владимиру. Владимир, посмотрев на мои видео, может быть, на мои в чем-то мучения, решил помочь развитию канала, помочь развитию моего парусного спорта и спонсировал камеры и всякие приблуды к ним. Теперь я надеюсь, что мне удастся улучшить значительно свои материалы. Это, конечно, потребует большего времени, монтажа, прочего-прочего. Так что ждите от нас интересных видео. Что можем, снимаем на камеры, что не можем, снимаем на телефон. Я постараюсь иметь все время при себе вот такой вот пушистик, для того, чтобы ветер не перебивал мою речь. Но, сами понимаете, на лодке не всегда получается достать микрофон, не всегда есть на это время и не всегда есть такая возможность, но, знаете, он у меня есть, и я буду стараться. Да, подключение микрофона к такой камере, конечно же, не очень-то возможно, потому что сразу делает ее не герметичной, подключение в разъем напрямую. Поэтому, ну, постепенно, со временем будем прогрессировать, и все равно буду стараться делать как можно лучше материалы. Итак, приятного просмотра нашего коротенького видео, нашей короткой нарезочки о тренировках последних 2 недель. Итак, сегодня мы в Трините, и сегодня первый день тренировок. Это группа, которая пойдет сегодня и будет бороться за лучшие углы к ветру и за лучшую скорость на лавировке. Сегодня у нас очередная тренировка. Тренируемся под спиной.
парикмахером, слабый ветер. Это наша четвертая тренировка, и до этого мы уже походили в сильный ветер, потренировали повороты оверстак, потренировали повороты хордвинд, взятие рифов, постановка уборка спинайкера, постановка уборка хода зеро, женак, так мы его здесь называем. И сегодня день, можно сказать, релакса, когда не надо постоянно винтить киль на ветер. Можно немножечко отдохнуть и получить большое-большое удовольствие от моря, солнца и парусов. Мы делаем квалиф на 24 часа, который обязательно нужно сделать перед гонками. Ура!